Красотища, осень. Но я еду покопать. Посмотрим, что сегодня будет. Должен быть дождь. Поехали. Как осенью погода меняется быстро. Здесь солнечно, утро. А вот здесь дело идет к дождю. Ладно, пока походим. Сигнальчик монетный. Я выскочил даже. Тут же все перевернули. И вот сверху монетосина маленькая. Что это? О! Николай Первый. Прикольненько. Палушка. О, ребята. В общем, год я не могу разглядеть пока. Сейчас попробую увеличить. 1851 или 61. А, нет, 51, по-моему. 61 это у нас уже крепостное право прикрыли. Это 51, по-моему. Да, вот такая монетосина. Забираем. Оп. Погодка хорошая сегодня. Осенняя. Уже иней. Решил походить по старым местам. Ну вот. Походить можно так, что можно не уйти. Вот такие вот ямки оставляют. Я даже не знаю, как их назвать. Это не то, что не комрады, это резиновые изделия. С металлодетекторами ходят. Вот какая яма здесь, да? Почти по колено. Не закопанная. И вот здесь я уже таких несколько нашел, наткнулся, вернее. Особенно, когда это в траве или в кустах. Ногу сломать можно на раз-два. И вот таких реально надо отлавливать и пиздить просто. Уродов, блин. Из-за них не то, что мнение. Вот еще одна такая же, смотрите. Вот яма незакапанная. Вот такие вот ямки здесь. Это копали. Я здесь был весной. Такого накопа здесь не было. Просто жесть. И вот это вот везде здесь творится. Такие незакопанные ямки. Сами же потом на них эти людишки попадут. А жаль, что пострадают еще и другие. Так что обращение к вам, резиновые изделия. Закапывайте за собой ямки. Будьте людьми. Но мне, если попадется, лично лопатой уебу, блин. Ладно, ищем дальше, что здесь у нас есть. Никто никогда не лазил по бугоркам. А надо. Вот сюда все сдвинули домики. Где-то 17-18 век тут в местечке. Вот решил я здесь полазить. Крутой, конечно, бугорок. И прямо сразу в воду. Керамики здесь полно. Сигналов тоже. Но пока тихо. Но здесь больше не то, что копаешь,
а больше отвлекаешься, на природу смотришь. Осень. Красотища неимоверные, звуки. Такие, что за душу берет. Такая красота. С утра уже мороз, а днем более-менее тепло, даже уже жарко мне. Надел я с флисом куртофанчик. Да я уже пожалел. Ну что, поищем дальше. Интересный бугорок. Сосна такая огромная. Блин, как она еще держится. Стоит под наклоном. А если она рухнет, будет там он дуб лежит. Подальше рухнул, то полетит все он туда. Сигналов полно, а я думаю, что это тут гильзы, патроны. Вот такая фигня. Вот. Видите? Почти сверху, в песке, россыпью, полно просто. Вот. Скорее всего, то ли сброс какой-то, то ли война. Оба. Ладно, пойдем дальше. Когда-то это дерево ляжет здесь. Вот это да! Если видели, под каким наклоном оно стоит. И прямо. Бах! Небольшая нагрузка, я думаю. И полет обеспечен. Ладно, пойдем дальше. Патронов тут, конечно, куча просто. Надоели они уже, эти патроны. Пойдем дальше. Фундаменты сюда сдвинуты. Входа пока нет. Это больше, наверное, разведка, не знаю. Ради цветного сигнала куда только не попрешься. Зазвенело, дотянулся, дальше пошел. А когда находишь, разочарование в основном. Ну, интересно. Керамика тут. Ага. Вот такое местечко. Тропинка кабанья, что ли, не знаю. Тут кабаны видно. Тут желудей дофига. И вот на таком склоне залазить, конечно, весело. Ну, опа! Ну, полезли дальше. Что тут нас ждет? Пока гильзач, гильзач, осколки. Куда добрался? Вот оттуда. Вот что меня ждало. Ну, пойдем еще сюда вниз, пройдемся. Все-таки фундаменты, вот они, сдвинутые. Сюда. Еще походим. Неудобно очень, конечно, с таким огромным. Покороче его сделать. Тогда придется букву ЗЮ лазить. Хотя и так красотища, конечно. А запах не передать, какой сейчас стоит. Тут и мята дикая, и дуб. О, опа! Оп-оп-оп! Все перекопано. Я здесь по весне копал. После меня тут кто-то фундамент этот брушил. Вот просто видно, что живого места нету. Сигнал монетный. Прям четкий. Тут уже все перекопано, весь фундамент. Вот я опять по нему иду. И пином. Думал, а вот он. Сигнальчик, вот он. Монета. А что это еще может быть? Оп. Монитос. Друзья. Вот так вот. Копано, перекопано. 2 копейки. Капуста.
Так, еще тут походить вокруг этого фундика. Год не видно. Ну, примерно 1800 какой-то. Какой-то. Вот так вот. Глубина-то, ну, штык. Пропуски все пропускает. По несколько раз ходим, ходим и пропускаем. И находим на этом же месте. Забираем. Опа. Ну что, со снайперкой по копанине походить. Тут уже копано, вот этом пятачке фундаменты. Я копал весной, еще повторюсь. Люди копают тут. Сигнальчик опять. Плохо. Ага. Куда-то вылетел. Здесь, чтобы показать, что здесь есть. Керамика, кирпич. Вот. Дома были. А, их видно вон, фундаменты. Даже здесь видно вот дымовая яма. И туда вон вниз. И все туда, вдаль, все дома. Но здесь где-то 17-18 веке здесь образовалось вот это начало деревни, а там конец где-то поздний совет. В 50-х годах там все умерло. Так, хватит болтать. Где сигнал-то у меня был? Ага. Так, не видно, но что-то тут есть. Опа. Что это? Шайба. Сигнал монетный. А, пуговица. По золоту, что ли, опять? Или нет? Да, походу это, что я перед этим подымал здесь тоже позолоченную пуговицу. А это вот внутренность ее. Так, ну-ка прочитать. Да, такая же позолота. Вот здесь надписи. Пока не разобрать. Это внутренняя часть позолоченной пуговицы. И здесь же я ее подымал. Где-то в этом месте. Ну, теперь со снайперкой поковыряю здесь. Оп. Интересный выкопал. Ну, уже ушедшая. Такая вот рамочка. То ли ладанка была, то ли иконка. Такая красивая. Металлическая. Не знаю, что это было. Даже вот застежка какая-то, что ли. Что это? Такая рамочка. А может, это для спичек. Вот такая красотища. Когда-то было. Оп. Ты по сигналу, я понял, что это крестик. Ну, ё-моё. В траве в таких путах. Вот такой вот. Ну, чую, что он хлипкий, наверное. Старый. Крест старый. Ну, где-то есть и есть 18 век. С молитвами. Забираем находочку. Оп. Это старая дорога. Проедем мы по ней. Еще остались следы от дороги. Вот так вот. Вот тут надо походить. Это я с деревни. Но так, не надо царапаться. Старая дорожка. Вот справа кладбище. Там кресты видны. Так, а тут тоже кто-то ездил. А, я знаю, кто тут ездил. Вон их не так. Ну вот это вот. Тут БМПшка ездила. А моя дорожка вот сюда куда-то ведет. Блин, тут военные ездят, сука, блядь. Так, а как тут съехать? Вот эти деревья. Так, погнали дальше.
из одной деревни в другую. Нашел я старую дорогу. Вот так вот были дома справа, слева. Вот она дорога через деревню была. И через лес в другую. Через лес я тоже нашел. То есть вот так деревню, вот дымовые ямы видны. Крапива тут все. И вот дымовые ямы. Все, что осталось от деревни. Ничего не осталось. Дорожку проложил. Теперь можно ездить и вот здесь ходить везде. Вот, а туда вперед. Дорога идет еще через лес, еще в одну деревню. Ее тоже нет. Все это 18 век. Ну, где-то 17, начало 18, конец, да, 17, начало 18. Такие были деревеньки. Походим, посмотрим, что будет в дальнейшем. Какая тишина. Красотища вообще. Обалдеть. Супер. Там сейчас щука ходит, наверное. Сюда с блесной бы, а не с лопатой. Озеро чистое-чистое. А он еще вели. Обалдеть. Вот сюда надо на рыбалку. Так, тут у нас какая-то нора интересная. Или это берег съехал. Ух ты. Че это тут за звук такой? Никакого зверька тут нет. Интересно же. О. Вот так. Что там у нас? А? Здравствуй,